небольшая демонстрация по полировке бахтерменной части с помощью воска от Litec, который предназначен как раз для полировки бахтермы и урезов. Часто спрашивают, чем можно располировать бахтерменную часть. Ходят слухи, что для этого нужно специальное стекло, японское закаленное. Ну, я покажу на примере своего деревянного сликера, вот такой сликер. Также можно обычным деревянным бруском полированным тот же самый процесс воспроизводить. В комплекте с каждым воском у нас идет вот такой удобный дозатор для того, чтобы наносить было быстро, комфортно и экономично. И еще идет вот такая ветошь канваса. В конце финишную располировку можно производить ей. В каждой баночке идет канвас. Так, наносим. После нанесения берем сликер, ну либо стекло, либо брусок деревянный, что-то с гладкой поверхностью, и располировываем средство. Воск, его основное предназначение, как раз он сделан для того, чтобы связывать волокна кожи, поэтому ему не принципиально, где работать, да, на бахтерменной части, на урезе. После того, как вы отполировали урез, можно еще дополнительно шлифануть для придания больше гладкости. И блеска. В общем-то, даже самая монструозная бахтерма становится гладенькой. После того, как воск застывает, он становится невосприимчив к воде, то есть он не растворяется в воде, устойчив к влаге. Вот, собственно говоря, такой результат без усилий.